Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Сергей Горбачев. И сегодня мы поговорим о кистях из белой синтетики, производства фирмы Рублев. Кисти из белой синтетики самые жесткие из всего спектра синтетических кистей. Они предназначены для работы маслом, темперой или акрилом, по холсту или любой другой загрунтованной поверхности и являются хорошей альтернативой кистям из натуральной щетины. Основным отличием белой синтетики от натуральной щетины является белый цвет и четкая форма волосяного пучка. Упругий волос позволяет руке почувствовать опору и добиться более четких, скоординированных движений. Исключительная прочность синтетического волоса, к сожалению, является причиной главного недостатка таких кистей. Волос со временем не столько стачивается по высоте, сколько отгибается в сторону износа, и нам приходится время от времени подстригать кисточку. К счастью, это единственный недостаток белой синтетики. Фирма Рублев выпускает кисти из белой синтетики всех форм и размеров. И, как всегда, очень красивые. Я покажу кисть в работе на простейшем примере. Позволяет точно и уверенно работать как жидкой краской, так и пастозным мазком. Какую кисточку выберете вы, натуральную или синтетическую, это дело вкуса или привычки, или творческой задачи. Но главное, что своим разнообразным ассортиментом фирма Рублев дает нам возможность выбора.